Пятый год подряд цена минимального набора продуктов в нашем регионе остается самой низкой в стране. По данным Росстата, сейчас ее стоимость 2867 рублей. В соседних Белгородской и Липецкой областях продуктовая корзина обходится дороже – 3000 рублей. В среднем по России цифра превышает 3500. Доступные цены в курских магазинах держатся в том числе за счет продукции собственного производства. Потребительская корзина – это основной набор продовольственных товаров – мясо, молочная продукция, крупы, овощи, кондитерские изделия. Ее стоимость в нашем регионе на 30% ниже, чем в среднем по ЦФО. Кстати, по сравнению с прошлым годом, цены на некоторые продукты питания упали. Если картофель в январе 2015-го стоил 23 рубля за килограмм, то сейчас 12. На 5-6% подешевело мясо птицы. Помогает сдерживать рост цен, в том числе и высокая конкуренция. У нас очень много производится мяса, мясо свиньи. Мясо птицы у нас в достаточном количестве производится. Почему у нас цены на эти товары самые низкие среди соседних регионов? У нас дотируется производство ржаного ржаного пшеничного хлеба. Это тоже из областного бюджета выделяются деньги, соответственно, и хлеб у нас дешевый. У нас, я думаю, особо нигде в соседних регионах нельзя увидеть хлеб по 14 рублей. С февраля начнут поступать в магазины сезонные тепличные овощи. К весне на эти товары ожидается снижение цен. А к лету должны подешеветь также молочная продукция и яйца.